Hare Krishna Bhaktaya Advaktaya Namah Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 First of all, I have pronounced our Gurudev, Vishnupad, Sismati, Bhakti, Vidhan, Narayan, Gosai, Maharaj. В первую очередь я предлагаю пранаму моему гуру Деву Ом Вишну Патриданде с вами Шри Шримад Бхактивинати Нараяне Госвами Махараджу. Is that good enough? Сейчас звук русский лучше? Хорошо слышно? Вчера была Акшая Тритья. Мы не говорили о нем слишком много. Потому что тема о Махапрабху была немного сложной. So, Akshaya means immortal. Akshaya означает бессмертный, неразрушимый. Okay. So, Tritiya means 13. Tritiya означает 13-й. So, 13 days after the full moon, это 13-й день после полнолуния называется Tritiya. Итак, мистер Бомж, что вы пообещали сделать? Акшая Тритья. Увеличить количество сна и еды? А что вы пообещали? Ничего. Что? Да, говорите, я жду. So, on this day, Brahma received the Vedic knowledge. В этот день Брахма получил ведическое знание. Бхагаван Нараяна произнес ему 4 стиха. Это называется Чатуршлока Бхагаватам. И вот вчера был тот самый особенный день. Также вчера был день явления Парашурамы. А день явления Ганги в этом мире. Чандана Ятра. А также в этот день Драупади спас Кришна спас Драупади. И также и Судама пришел к Кришне в этот день. В этот день произошло много вещей. So, the appearance of Draupadi very wonderful. Явление Драупади очень удивительно, прекрасно. Her father's name was Drupad. Ее отца звали Драупад. So, he was like prince. He was going to be king. И он должен был стать царем, был принцем. So he also went to Gurukul. И он тоже ходил в Гурукулу. И в этой Гурукуле был один браман мальчик, которого звали Дроначарья. А Дроначарья был очень беден. И Драупад сказал, что ты мой друг, и поэтому, когда тебе нужно что-то будет, пожалуйста, проси меня. После этого Дроначарья женился. И у него появился сын, которого назвали Ашватама. Но Дроначарья был настолько беден, что у него не было и даже коровы. Ничего не было. И однажды мальчики дразнили Ашватаму. Потому что Ашватхама никогда не пробовал молока, потому что не было денег. И все друзья его дразнили, эй, бомж. И тогда мальчик пришел, и он попросил своего отца, папа, дай мне, пожалуйста, молоко, я хочу попробовать молоко.
У всех мальчиков есть молоко, а я ни разу не пробовал. Но у Дроначарьи не было молока. И он взял муку, смешал с водой, и Ашватама попил это. Я сказал, что, о, посмотрите, я тоже пью молоко, у меня растут мышцы. И тогда отец почувствовал такой позор, стыд. Он подумал, у меня совсем нет денег, и вспомнил о своем школьном друге. Он пришел к царю Драупаду. Царь, пожалуйста, дай мне каких-то денег. А царь сказал, а кто ты такой? Как ты можешь быть моим другом? Друзья означают на равных. Но ты бомж. А я царь. Ты не можешь быть моим другом. Дроначарья был очень оскорблен. По этой причине он отправился в Хастинапур. Дроначарья знал все оружие, несмотря на то, что он был браманом. И все мальчики, это значит 5 сыновей Панду и 100 сыновей Дритараштры, играли вместе. И их мяч футбольный упал в колодец. И они не могли его вытащить. И что тогда случилось с Шьямалата? They asked Dronacharya to take it out? Нет. А как он его вытащил, ты знаешь? Дроначарья пришел туда и произнес одну мантру над травинкой. И он пронзил этой травинкой во футбольный мяч на дне колодца. Затем он снова... И затем он произнес еще одну мантру над другой травинкой, и эта травинка упала точно кончиком на кончик другой травинки. И вот так он сделал такую тоненькую веревочку и вытянул этот мяч из колодца. Все мальчики были изумлены. «Кто ты такой?» — спросили они. А Дроначарья сказал, «Пойдите и спросите деда Бишму, кто я такой». И мальчики рассказали эту историю Бишме о футболе. И Бишма понял, что это был Дроначарья. Никто другой не мог сделать подобное. И Дроначарья стал военным гуру всем, для всех этих мальчиков. И однажды Дроначарья решил проверить, кто из его учеников лучший. Он поместил деревянную птичку на дерево. И он сказал, что каждый из учеников должен выстрелить этой птице в глаз. И пришли все мальчики, взяли цель, прицелились. Первый был Дурьотхана. Дроначарья спросил, что ты видишь? Ты видишь меня? Ты видишь дерево? Да, Гурудев. Ты видишь птицу? Да, Гурудев. Хорошо, следующий. Провалил экзамен. И вот так все мальчики один за другим провалили этот экзамен. И затем пришел Арджуна. О, Арджуна, ты видишь меня? Нет, Гурудев. Ты видишь своих братьев, своих друзей? Нет. Ты видишь дерево? Нет.
Видишь ли ты птицу? Нет. А что же ты видишь? Только глаз птицы. И Дроначарья был очень счастлив и сказал ему: «Стреляй, стреляй». Как вас зовут, Хануман, там в углу? Да, мисс Хануман, Лакшми Прия. Какова ваша цель, Лакшми Прия? To get prema. Кому прему? К Хануману? No, to Krishna. Как же вы получите прему, если вы смотрите то на Ханумана, то на Кришну и так далее? Вы должны сфокусироваться на вашей цели. Итак, все мальчики окончили школу, и необходимо было дать какое-то пожертвование своему Гурудеву. Они спросили: «О, Гуру, какое пожертвование ты хочешь?» И он сказал им: «Я хочу, чтобы вы привели ко мне царя Драупаду в качестве моего заключенного». Но это не так-то просто. Вначале Дроначарья и его 100 brothers, Дроначарья and his brothers, you said? Дурьотхана и его 100 братьев подправились к царю Драупаду. И атаковали его. Но они были разбиты, у них не получилось. Драупада их разбил. Настолько он был могущественен. И после этого провала они вернулись к своему учителю. И затем 5 пандов атаковали Драупаду. Они победили армию Драупады и связали Драупаду как заключенного. И Арджуна бросил царя Драупаду к ногам Дроначарьи. И тогда Дроначарья спросил: «Ну что, бомж я? Я забрал половину твоего царства. И сейчас мы равны. Вот теперь-то мы можем быть друзьями, так?» Внешне Драупад сказал: «Да, да, ты мой друг». Но внутри нет. Он не смог забыть этого оскорбления. Дроначарья, он был браманом, и поэтому он все прощал очень быстро. Драупад вернулся домой. Как же мне победить Дрону? И он совершил ягью. Я хочу сына и дочь, которые бы стали причиной смерти Дроначарьи. Из яги, из огня, вышли 2 детей. Мальчик. Как его звали? Дриштадьюмна. И второй была Драупади. У нее был темный цвет тела, как у Кришны. Она была в высшей степени прекрасна, как мисс Вселенная. Настолько красиво. Позже пандавов обманули в азартной игре. Нет, до этого. Дритараштра хотел убить пандавов. Он пытался это сделать многими способами. В особенности хотел убить Бхиму. Они давали ему отравленное пирожное, то, что приготовила Шанти. Но ничто не могло его убить. Также они пытались убить пандавов огнем. Так или иначе, пандавам удалось избежать этого. Видура помог им сбежать из того дома.
Dhritarashtra had a house built of flammable material. У Дритараштры был дом, который был сделан из из шелака, то есть очень легко воспламеняющегося материала. Wax, shellac, ghee. То есть там были все субстанции, которые легко горят, то есть ги, смола, шелак, что-то такое. Но пандавам удалось сбежать оттуда. И тогда пандавы ушли, как сказать, спрятались. Им нужно было скрываться. Они пришли в город, святой город Экачакру. Кто был в Экачакре? Навина никогда не была. Бесполезная твоя жизнь. Это то место, где появился Нитянанда. Нитянанда. Кто такой Нитянанда? Ревати. This is Balaram himself. Хорошо. То есть пандавам нужно было скрываться и притворяться браманами. И они жили там тайно, в этом городе. И до них дошли новости, что Драупад решил устроить свадьбу для своей дочери. Но он хотел, чтобы она вышла замуж за Арджуну. И он сделал такое испытание, которое мог пройти только Арджуна. И было большое предсвадебное состязание. Все цари со всего мира съехались туда, потому что Драупади была настолько достойной девушкой. Вот так вот все цари исходили слюной. Как Ишан. Все приехали туда. И также пандавы были там переодетые, как браманы. И было испытание. Была, там была металлическая рыба. Рыба двигалась вот в таком направлении. И также там была тарелка с дырой. А тарелка двигалась в другом направлении. На разных скоростях рыба и тарелка. И необходимо было выстрелить этой металлической рыбе прямо в глаз, глядя на отражение этой рыбы в воде. Очень сложно. Все цари пытались, но многие даже не смогли натянуть тетиву, настолько она была тугой. Многие даже не смогли увидеть в отражении этой рыбы. Некоторые могли что-то сделать, но не смогли попасть в цель. И тогда Арджуна, переодетый в брамана, спросил: «А может какой-то браман попробовать?» Но Кришна и Баларама тоже были среди зрителей. А Кришна думал: «А может быть я женюсь на Драупаде, может быть мне попробовать?» Но когда он увидел пятерых пандавов, они смотрели вот так на Драупади, и тогда Кришна подумал: ну, они хотят на ней жениться, хорошо. И Арджуна спросил: может браман попробовать? И Драупади сказала: да, может, потому что это открытое состязание. И тогда вышел Арджуна. Все кшатри сказали: слабак, да как ты можешь это вообще? Но Арджуна очень быстро натянул тетиву, посмотрел на отражение и попал прямо рыбе в глаз. Все браманы очень радовались. И тогда Драупад,
Он связал одежды своей дочери Драупади и Арджуны вместе. Это означает установленные отношения. Цари были очень оскорблены. Этот Драупад нас обманул. Это неуважение. Я слышал, что в России все свадьбы заканчиваются дракой. Это правда? Not most of them. YouTube дает очень много доказательств. Все цари были очень оскорблены. Они хотели убить Драупаду и Арджуну. И тогда Бхим Сен встал. Он вырвал с корнем дерево и сломал ветви у него. И сделал из него булаву. И сказал, ну давайте. И была там битва. Бхима со своим деревом. И Арджуна со своим луком и стрелами. И Карна тоже был побежден браманами. Но он не знал, что это был Арджуна. Карна asked, right? И Карна спросил, кто ты такой? Ты бог солнца, бог ветра или кто? Или ты сам Брахма переодетый? Может быть, ты Индра, царь всей? Но мы не можем сражаться с браманами. И тогда Карна в почтении склонился перед ним. И так Арджуна забрал Драупади к себе домой. И среди них было такое правило, что чтобы они не собрали, как подаяние, они делили на всех пятерых между собой поровну. И он пришел к матери своей и сказал, «О, мать, посмотри, что я принес в качестве подаяния». Потому что свадьба — это значит, когда отец в качестве подаяния, подношения отдает свою дочь жениху. И Арджуна сказал матери, «Мама, посмотри, что я принес тебе в качестве подношения». Но мама Кунти не могла видеть, что он принес. И она так автоматически сказала, «Хорошо, да, раздели это со своими братьями». Но когда она увидела, что это было за подношение, и она подумала, «О, Боже, что же я сказала? Мои слова не могут быть ложными». И также, на самом деле, внутри все пятеро любили Драупади. И в этот момент пришел Вьясадев. И сказал, что в особых случаях женщина тоже может выйти замуж за нескольких мужчин. У нее может быть один, больше, чем один муж. Все девочки сразу заметки делают. Специально говорят. Но это только в том случае, что ну, какой-то особый случай должен быть. Итак, все пятеро братьев женились на Драупаде. В своей предыдущей жизни Драупади поклонялась Шиве как своему мужу. Поклонялась Шиве, чтобы обрести мужа. И Шива появился перед ней и спросил, чего ты хочешь? И Драупади сказала, я хочу хорошего мужа 5 раз. Я хочу хорошего мужа. И поэтому в следующей жизни она обрела 5 хороших мужей. И теперь у пандавов был царь Драупад как их союзник. А Драупад был очень могущественным. И пандавы, они ушли, чтобы скрываться дальше. Father,
Но и затем уже вернулись вместе с Друпади и с Друпадом в качестве своего союзника, то есть тестя. Настолько он был могущественным. И все же Дритараштра хотел обмануть пандавов. И он организовал азартную игру, матч по азартной игре, соревнования. Юдиштире нравилось играть в азартные игры, но он был не очень-то в этом хорош. Катьяни, слушаешь внимательно? И было организовано большое состязание в азартных играх. И Шакуни сражался на стороне Дурьотханы, играл на стороне Дурьотханы. А что мы поставим на... Юдиштира сказал, всех моих коров потерял. И затем он поставил всех своих лошадей и тоже их потерял. Все мои драгоценные камни потерял. Все мое золото потерял. И армию тоже. Также потом моих пятерых братьев, сказал он, и потерял. Самого себя. И тоже проиграл. И затем Дропади. Проиграл. Юдиштира обезумел. Это для нас это урок. Как жадность разрушает разум. Поэтому преданные не должны играть в азартные игры. Юдиштира дает этот пример. Вы покупаете лотерейные билеты, Ишан? Парамананда? Не надо так делать. То, что дает Кришна, этому мы и рады. Дурьотхан был очень счастлив, да. Сейчас Драупади моя рабыня. Тащите ее сюда. Это было вот в этот день, в Чандана-ятру, то есть вчера. А у Драупади были ее женские дни. То есть это значит, что несколько дней женщины должны быть в уединении. Это то самое благословение, когда девушки могут отдохнуть раз в месяц. Но Дурьотхан сказал, нет, выводите ее. Но Драупади не могла выйти, потому что она была вот в таком положении. И пришел посланник, о царице Драупади, пожалуйста, прости меня, но тебя проиграли в азартной игре. Твой новый хозяин Дурьотхана зовет тебя. И Драупади сказала ему, спроси Дрону, Бишму и Дроначарью, Бишму и других старших. Юдиштира сначала себя проиграл, а потом уже меня. Если сначала он проиграл самого себя, а затем уже меня, то у него нет такого права. И тогда посланник пришел обратно и передал ее послание. Но Дроначарья и отец Бишма, дед Бишма ничего не смогли ответить. Потому что они ели со стола Дурьотханы. Они не могли сказать истину. И только один брат Дритараштры поддержал пандавов. Как его звали? Видура не сын и не брат. Только один поддержал. Может быть, Юютсава.
Только Юютсова поддержал пандаву. Только один брат Дурьотханы. Только он поддержал пандаву. И он сказал, что Дурьотхана не может иметь Друпади в качестве раба, потому что сначала Юдиштира проиграл самого себя. Потому что у раба нету независимости. То есть, если он уже на тот момент был рабом, он не мог кого-то еще проиграть. Но Дурьотхан был очень разозлен. Нет, не ведите ее. Но Драупади не хотела выходить. И тогда брат Дурьотханы Душасана, он вытащил ее за волосы. Он сказал ей: иди сюда, рабыня, встретись со своим хозяином. Бимсен очень, он просто обезумел. Он был настолько разъярен. Он был настолько разъярен, что искры из его глаз сыпались. Его голова аж горела. Говорится, что действительно и у него горела буквально голова, и искры сыпались из глаз. Но он ничего не мог сделать, потому что его брат Юдиштхира не давал разрешения сражаться. Is that better? Everyone complaining about the sound. Так лучше? Madhavi, okay. So, Duryodhan could not do anything. Duryodhan ничего не мог сделать. Oh, sorry. Bhimsen could not do anything. Извините, Бима ничего не мог сделать. So that time Bhim took a vow. И в этот момент Бима поклялся. Because Dushasana pulled his wife by the hair, no? Из-за того, что Dushasana взял его жену за волосы. So Bhim promised, I promise to rip your arm out. И он пообещал: я обязательно сломаю твою руку. And drink the juice of your heart. И выпью сок твоего сердца. He promised. Он поклялся. Then Draupadi was dragged there. И Драупади туда вытащили. Dushasana showed his, lifted his cloth and showed his thigh. Dushasana поднял свою одежду и показал на свое бедро. Duryodhan. Извините, Duryodhan. О, slave, sit here. О, рабыня, сиди сюда. Imagine, no? Представьте. Then Bhim promised. И тогда Бима пообещал. I crush your thighs. Я раскрушу твое бедро. With my club. Своей булавой. Two things he promised. То есть он пообещал вот эти две вещи. Draupadi also promised. Также пообещал Драупади. I not wash my hair till I wash my hair with the blood of Dushasana. Она сказала: я не буду мыть свою голову до тех пор, пока не омою ее кровью Душасаны. Very strong vow. Это очень суровая клятва. So make her naked. We want to see her. И тогда они сказали: разденьте ее, мы хотим на нее посмотреть. Imagine Draupadi, this princess, no? Представьте, Драупади была принцессой. Queen of the earth. Она была царицей всей земли. Five husbands, so high class lady. У нее было 5 мужей. Она была очень возвышенная женщина. But no one could do anything. Но никто ничего не мог сделать. Юдхиштхира не мог ничего сделать. Бишма. Дед Бишма ничего не мог сделать. And Дроначарья. И Дроначарья. They also not did anything. Они тоже ничего не сделали. Blind king not saying anything. Также слепой царь ничего не сказал. So Dushasana pulled the cloth of Draupadi. И Dushasana начал стягивать одежду с Драупади. No, to make her without clothes. Для того, чтобы обнажить ее. All were crying, but все no one плакали, could do anything. Но никто ничего не мог сделать. Draupadi was looking at her husbands. My husbands will protect me. Драупади смотрела на своих мужей и думала: о, мои мужья меня спасут. Но они ничего не могли сделать. Then she also tried by her own. She looking at Duryodhan. Dronacharya, grandfather Bhishma. Затем она смотрела на Дроначарью, на деда Бишму. But they also hang their head, not say anything. Но они
опустили свои головы и ничего не говорили. Then she tried to protect herself, holding her own cloak. И тогда она попыталась защитить себя сама, держа свою одежду. That also not working. Но это тоже не сработало. Who will save me? Who will protect me? И она думала, кто же меня спасет, кто защитит меня? Then she remembered Krishna. И тогда она вспомнила Кришну. Hey Govinda, Rako Sararama Abdro Jivatahari. She lifted her hands and fully surrendered to Krishna. Свои руки и полностью предалась Кришне. So Krishna sent so much cloth. И тогда Кришна послал такой большой кусок ткани. Unlimited sari. Right? Бесконечная сари. No matter how much Dusasana was pulling the cloth of Draupadi, he could not finish it. Сколько бы Дусасана ни тянул этот кусок сари, он не заканчивался. That cloth was all different type of colors. И это сари было всех видов цветов. But Dusasana could not finish. Но Дусасана не мог никак закончить. No. Finally, he became exhausted. И в конце концов он устал. And Krishna saved her. И Кришна таким образом ее спас. I said many years ago Krishna cut his finger. Говорится, что много лет назад Кришна порезал свой палец. Okay. Someone might say Krishna has spiritual body. How can he be cut his finger? Кто-то может сказать, у Кришны же духовное тело. Как он мог порезать свой палец? Right. So many demons tried to kill Krishna, but Krishna never had any blood or anything come from him. Многие демоны пытались убить Кришну, но у Кришны не оставалось царапины. But Krishna, some desire, his finger was cut. Но по какому-то собственному желанию Кришны его палец был порезан. Then Draupadi immediately, she took her sari and immediately wrapped Krishna's finger. А Драупади, как только это увидела, тут же взяла кусочек своего сари и немедленно перевязала рану. Would you do if your friend cut your finger? Что бы вы сделали, если бы Ananya would go, this sari very expensive. Если бы ваш друг порезал свой палец, Нангаприя бы сказала, да ты что, это сари очень дорогое. Шамалата bleeding to death on the side of the road. Шамалата в это время истекала бы кровью на обочине дороги. Ананга-прила. Ананга-прила. Krishna will save you. Нет, Кришна тебя спасет. But Draupadi immediately. Но Драупади немедленно. A very expensive sari. She очень свое дорогое сари пожертвовала, чтобы перевязать палец Кришны. From that time, Krishna thinking how I can repay Draupadi. И вот с тех пор Кришна думал, как же мне отплатить Драупади. So this his chance, so much sari he gave her. И вот hundreds and hundreds of meters. Используя этот шанс, Кришна дал ей такое бесконечное сари. So, Akshay means unlimited, right? Akshay означает бесконечный. So today is Akshay. Yesterday, Akshaya Tritiya. This day that this pastime happened. И вот вчера была Акшая Тритья. Это тот день, когда произошла эта лила. So many things. So when Draupadi was being insulted, Duryodhana was also making so much fun. И когда оскорбляли вот таким образом Драупади, Дурьотхана в это время очень веселился. Oh, Pandava's eunuch. Ой, Пандавы евнухи. Right. Then also Bhima had no beard or mustache. А у Бима нету ни усов, ни бороды. So Duryodhana was calling him cow. И Дурьотхана называл его коровой. Right? Cow has no beard or mustache. Потому right? что у коровы нет ни усов, ни бороды. So he was calling him cow. И он звал его коровой. So this one cause of Mahabharat war. Right? И это одна из причин войны Махабхараты. Who is this bombs? Что там за бомж? This one cause of Mahabharata. Это одна из причин войны Махабхараты. So Pandav, then Dhritarashtra. Затем Дритараштра. О, Драупади, be satisfied. Сказал, о, Драупади, пожалуйста, успокойся. Please take two benedictions. Возьми два благословения от меня. So Draupadi said. Драупади сказал. I want my husbands should not be slaves. Я хочу, чтобы мои мужья не были рабами. And their kingdom should be returned to them. А их царство должно быть снова их. So Dhritarashtra returned the kingdom. И Дритараштра вернул им царство. So Duryodhana was laughing. Ha! Saved by a woman. А Дурьотхана все смеялся. О, вас спасла женщина. Oh, Draupadi, I'm very pleased. Dhritarashtra said, take a third benediction. И Дритараштра сказал, Драупади, я очень доволен тобой, возьми третье благословение. Draupadi said, no, one should not ask for more than two benedictions. А Драупади сказала, нет, человек не должен просить больше двух благословений. So afterwards, the Pandavas returned with their kingdom.
И после этого, когда у Пандавов уже было свое царство, Пандавы снова проиграли в еще одном состязании в азартных играх. They had to go to the forest for 12 years. Им пришлось отправиться в лес на 12 лет. Forest means what? Что значит лес? No rice. Что значит жить в лесу? Там нет ни риса, ни сметаны. Only what you find in the forest. Ты ешь только то, что найдешь в лесу. Pine nuts. Арахис. Зеленый орех. Свекла. Свекла. What you, some roots, some то есть какие-то leaves. Корни. So when Yudhishthira went to the forest, many, many citizens also followed him. И когда Юдхиштхира отправился в лес, также многие жители города отправились вместе с ним. Especially brahmanas. В особенности брахманы. So Yudhishthira felt great pain. Юдхиштхира чувствовал большую боль. So many brahmanas with him, but I cannot serve them. Так много брахманов следует за мной, но я не могу им послужить. So he worshipped the sun god. И он начал поклоняться богу солнца. Sun god gave him a magic plate. И бог солнца одарил его волшебным горшком. No matter how much сколько бы you distribute from that pot, not finished. Он не раздавал просады из этого горшка, он не заканчивался. Like Sadhu Maharaj's yogurt pot. Как горшок с йогуртом Садху Махараджа. Never finished. Никогда не заканчивался. So, Draupadi could feed millions of people. И так Драупади могла накормить миллионы людей. As long as Draupadi had not eaten. До тех пор, пока сама не поест. After Draupadi had eaten, it would not give any more food for the rest of the day. После того, как поест Драупади, этот горшок уже больше не производил никакой пищи. That is called Akshaya Patra. И этот горшок назывался Akshaya Patra. Unlimited pot. Right? Бесконечный горшок. So, huh? По-русски есть понятие скатерть совобрата. In Russian fairy tales we also have kind of this, but not pot, but some Borscht. Piece of fabric, you know. Okay. Anyway, same idea. Та же самая идея. So this day, yesterday, sorry, you just received that pot. И вот вчера в этот день Юдхиштхира получил этот горшок. So Duryodhana was so much envious of the Pandavas. Дурьотхана так завидовал Пандавам. I think in Petersburg we were talking about Дурваса Риши. И кажется, в Петербурге мы говорили о Дурвасе Риши. So difficult to make him happy. Очень сложно удовлетворить его. But Duryodhana served him like anything. Но Дурьотхана выслужился перед ним очень хорошо. He also had many qualities. У него тоже было много хороших качеств. He had more followers than even the Pandavas. У него было больше последователей даже, чем у Пандавов. I think, no. Представьте. But unfortunately, he was demon. Но, к сожалению, он был демоном. It was so much against the devotees. Потому что он был очень против преданных. So, he served Durvasa like anything. Он служил Дурвасе не очень хорошо. Then Durvasa said, "What benediction you want?" И Дурваса спросил, какое благословение ты просишь? So, Duryodhana said, after the Pandavas have eaten, you should go there with your 60,000 disciples for lunch. Он сказал ему, после того, как Пандавы поедят, ты должен прийти туда со своими 16,000 учениками, 60,000 учениками. So foolish, no? Такой глупец. Instead of asking something good for yourself or something, вместо того, like чтобы that. Попросить для себя чего-то хорошего, он попросил вот это. There's a story. Есть There was история. Two neighbors. Было два соседа. So so much they hate each other. Они настолько ненавидели друг друга. So it said, if you see anything bad first thing in the morning, your day will be inauspicious. Говорится, что если вы что-то плохое увидели с утра, выйдя из дома, то весь день будет неблагоприятно. So one neighbor, he was going for a very important job interview. И один из соседей вышел из дома для того, чтобы пойти на очень важное собеседование по работе. Another story? Знаете эту историю? What? This is gold. Это просто супер история. Супер история. Gold. Это просто золото. So, the enemy knew in the morning he's going for this interview. И его враг, другой сосед, знал, что сегодня он идет на собеседование. So he was waiting outside the front gate. No? И он ждал его у главных ворот. And when his enemy opened the front door, he cut off his own nose.
И как только он открыл эти ворота, этот второй сосед отрезал свой собственный нос. Means now you won't get the interview because you saw a bad thing first thing in the morning. Это означало, что теперь у тебя ничего не получится в своем собеседовании, потому что ты увидел что-то неблагоприятное сегодня. So, Duryodhana a little foolish. Why not ask some good thing? Дурьотхана был вот таким же глупцом. Зачем, почему бы ему не попросить чего-то хорошего для себя? So Draupadi cooked. И Драупади приготовила. Distributed food. Раздала просад своим мужьям. Then she also ate. И затем сама поела. She washed the magic pot. Она помыла этот волшебный горшок and kept upside down. И убрала на место. That time Durvasa came with 60,000 disciples. И затем пришел Дурваса со своими 60,000 учениками. Oh, king, we are very hungry. И сказал: О, царь, мы очень голодны. Please feed us. Пожалуйста, покорми нас. Юдиштхира thinking, no problem, I have the magic pot. А Юдиштхира подумал: да не проблема, у меня есть волшебный горшок. Sadhus, great souls, please go take bath. When you come back, prasad will be ready. И он сказал им: О, саду, великие души, пожалуйста, придите омовение, а после этого приходите, я накормлю вас. So, that happened. И это случилось. Draupadi was crying. Драупади плакала. Prabhu, husband. О, Прабу, мой муж. We cannot give them anything. Мы ничего им не можем дать. Now Durvasa will curse us. Сейчас Дурваса нас проклянет. We will lose everything. И мы все потеряем. So Draupadi prayed to Krishna. И Драупади взмолилась Кришне. Krishna immediately came there. И немедленно Кришна появился там из Двараки. And Krishna said, "Oh Devi, I'm very hungry. Please give me something." И сказал: О, Деви, я очень голоден. Пожалуйста, накорми меня. Oh Sakhi, Krishna would call her Sakhi. Он называл ее Сакхи. How much intimate. Right? Насколько у них были близкие отношения. Then Draupadi began crying more. И Драупади еще больше расплакалась. We have nothing. У меня ничего нет. There must be something. Но он сказал: да нет, что-то наверняка есть. Show me the pot. Покажи мне свой горшок. So on the pot was a tiny piece of spinach. И в этом горшке все же нашелся маленький-маленький кусочек шпината. Krishna, ding, Кришна наелся, съел I'm его happy, и сказал: я счастлив, я удовлетворен. Because Draupadi satisfied Krishna, the whole creation was satisfied. И так как Драупади удовлетворила Кришну, все творение было удовлетворено тоже. Understand, Hanuman? Hanuman, понимаете? Yes. No need to satisfy Hanuman or не нужно пытаться удовлетворить Хануману Ganesh. Или Ганешу. Just satisfy Krishna. Просто удовлетворите Radha Кришну. Радху и Кришну. Yasmin tusti jagat tusti. If he is satisfied, whole creation is satisfied. Если удовлетворен он, то удовлетворено все творение. So Durvasa and 60,000 disciples. Oh, I ate so much. Oh, what happened? I don't know. И Дурваса и все его 60,000 учеников почувствовали вдруг большую сытость. О, мы прямо переели. Мы не сможем съесть больше. Then Krishna said to Bhimsen, "You take your club and go and invite all the sadhus for lunch." И тогда Кришна сказал Бхимсену: "Иди на берег реки и пригласи всех этих саду к себе на большой обед." За своей булавой. It's not allowed to say anything. Only Govinda Mari Purusham Tamar. Right. So when all the sadhus saw Bhima is coming, когда все сады видели, что идет Бима, очень разозленный со своей булавой, they ran. Они просто разбежались. In all directions. Во всех направлениях. So how Krishna saved the Pandavas many. Вот так Кришна спасал пандавов множество раз. So yesterday was that pastime. И вот вчера произошла эта лила также. Today also the Brahmin doodle, the Brahmin Sudam. И также вчера Брахмана Судам also visited Krishna. Тоже посетил Кришну. He was very poor. Он был очень беден. Not enough to eat. Ему было нечего есть. So skinny. Он был очень худой. You could see his bones, his veins. Можно было видеть его кости, его вены. Кости. No. His wife asked him again and again. Your friend is Krishna, Dwarkadish Lakshminath. You must go and visit him. Ask him for something. И его жена просила его снова и снова: у тебя есть друг Кришна, он Дваракадиш, он Лакшминат. То есть у него есть все. Пойди попроси у него чего-то. So he went there on this day, yesterday. И вчера он отправился к нему. But he not asked Krishna for anything. Но он не попросил у Кришны ничего. And Krishna also not gave. И Кришна тоже ему ничего okay, не дал. Krishna gave him some prasad, of ну, course. Кришна дал ему какой-то прасад. So much affection. Много оказал любви. But Krishna not gave him one zloty. Но он ни одной монеты не дал золотой. Ни одной злоты не дал.
Zloty or no? We have some kind of this way. 1 ruble is how many? Kopek. Krishna gave him one kopek. Не дал ему ни одной копейки. Nothing. Ничего. But still he not ask. Но все равно он ничего не попросил. No, because devotee have his own position. Потому что у преданного есть свое собственное положение. They never like to ask Krishna for anything. Они никогда не просят Кришну ни о чем. When he went home, и когда он вернулся his домой, grass had become like heavenly planets. Его хижина стала огромным дворцом, как на райских планетах. His wife had become like Miss Universe. А его жена стала подобной мисс Вселенной. So opulent. Настолько там было все великолепно. Krishna felt ashamed to give anything to Кришне Sudama. Было стыдно давать что-то Судаме. Судама has given me so much affection. What I can give him in return? Потому что Судама оказал мне столько любви. Что я могу ему дать взамен? So Krishna gave him secretly. И поэтому Кришна дал ему это тайно. So all this pastime happened yesterday also. Все эти игры происходили вчера. The Ganga also descended to the earth yesterday. Также Ганга появилась в этом мире вчера. One Saga Maharaj was performing yagya. What's his name? Saga. Sagar Maharaj делал ягью. Horse sacrifice. Жертвоприношение коня. Right? Who does 100 horse sacrifices can become Indra in next life, king of heaven. Тот, кто сделал сотню жертвоприношений коня, тот сможет стать в следующей жизни Индрой. So Indra became afraid. И Индра начал переживать. Human being will take my position. Человек займет мое положение. So he stole the horse. И он украл лошадь. Sagar Maharaj sent his 60,000 sons to find the horse. И Сагар Махарадж отправил 60 тысяч своих сыновей, чтобы найти эту лошадь. They could not find on the earth. Но они не смогли найти ее на земле. They went down to the subterranean planets. И тогда они отправились на на подземные планеты. Kapila Dev was meditating there. И там был Капила Дев, который медитировал. And the horse was near him. А лошадь стояла рядом с ним. But he not stole it. Но нет, это не он ее украл. Indra kept it there. Просто Индра ее туда поместил. But Kapila Dev don't know. Но Капила Дев не знал об этом. So the 60,000 sons saw the horse next to this Kapila Dev. И эти 60,000 сыновей увидели лошадь рядом с Капила Девой. Oh, he must have stolen the horse. Наверняка это он украл нашу лошадь. Now he's making some bogus show of meditation. А сейчас он тут притворяется, будто медитирует. Kill him. Убейте его. Убейте вам. Убейте его. Убейте вам. Chop him. Срубите ему голову. Размажем. Размажьте его. Размажьте вам. So they attack. И они атаковали его. Kapila Dev opened his eyes, burnt them all to ashes. Kapila Dev открыл глаза и сжег их всех дотла. Sagar Maharaj was depressed. Sagar Maharaj был расстроен. All sons finished. Потому что все сыновья умерли. How they can be delivered? Как же их освободить? So some news came: if the ashes can be put into the Ganga, they can be delivered. И тогда пришли новости, что до него дошли новости, что если он возьмет пепел от тел своих сыновей и немножко посыпет их в Гангу, то они могут быть освобождены. Okay. Russian sound is clear? Just here. Понятно? Слышно русский перевод? Okay, so Sagar Maharaj did big austerities, but could not bring the Ganga. Сагар Махарадж совершал очень серьезные аскезы, но не смог привести сюда Гангу. His son Dilip also did big austerities, could not bring. Его, he died. Его сын тоже пытался это сделать, но у него не получилось, и он умер. Then his son Bhagirath. А затем его уже сын Bhagirath. He was a great devotee. Он был Bhagirath, он был очень великим преданным. He did big austerities. Он тоже совершал суровые аскезы. Ganga came. И тогда пришла Ганга. I will come to earth, but. Она сказала: я приду на землю, но. Because she come from the top of the universe, right? The потому что она приходит из причинного океана, самой верхушки. But if I fall on the earth, I will push the earth out of orbit. So heavy. И она сказала: но если я прольюсь на землю, то я раздавлю землю, пробью землю, потому что так высоко она. Who can hold my weight? Кто сможет выдержать мой вес? Shiva can do. Шива сможет. So Bhagirathi did austerities to please him also.
И Багиратхи начал совершать аскезы для того, чтобы удовлетворить и его тоже. So Ganga appeared in this earth today. И вот так Ганга появилась на земле вчера. Today is also the appearance of Parashuram. Также вчера был день явления Парашурама. Shakti Vesh Avatar. Это Шакти Веш Аватар. When Krishna's power enters into one soul, that is called a special type of incarnation. Когда сила Кришны входит в какую-то душу, это называется особым видом аватара, Шакти Веш Аватар. Right. So he appeared also today. The son of Jamadagni and Ranuka. Он появился также вчера. Он был сыном Джавадагни и Ренуки. If we tell his pastimes, everyone will run away. No one will come back. Если мы расскажем то, как он явился, то все сбегут и никто больше не вернется. But only one pastime. Но все равно, ладно, одну историю расскажу. No, I won't actually. Huh? Psycho. Jabadagni was his father was a great person. Его отец был великой личностью. He was doing meditation and fire sacrifices. Он совершал медитации и огненные жертвоприношения. So he asked his wife, "You please bring some water from the river." Он попросил свою жену, пожалуйста, принеси воды с реки. Whose phone is that? Чей это телефон? Take care of it. Заберите его. So, Ranuka went to the river. Ренука отправилась за водой. She filled her water pot. Она наполнила свой кувшин. But there, the king of Gandharvas was enjoying water pastimes there. Но она увидела, что царь Гандарвов наслаждался своими играми в воде. Right, so beautiful. Он был очень красив. So she was. И она вот так absorbed in она looking at his beauty. В созерцании его красоты. But she not did anything. Но она ничего не сделала. But she was enjoying in her mind. Но она наслаждалась им в своем уме. Like Ishan, right? Like Ishan. But difference is Ishan doing something and she not doing. Но разница между ними в том, что Ishan то что-то все делал, а она нет. So she forgot the time. Она забыла о течении времени. Many hours she was late. И она опоздала на много часов. When she came back, her husband was very angry. Когда она вернулась, ее муж был очень разозлен. He had four sons. У него было четыре сына. He said to the oldest son, "Chop off the head of your mother." И он сказал самому старшему, "Сруби голову своей матери." Ready, Alfredo? Готовы, Альберт? Альберт. Альберт. Альфред. Альфред. Chop off the head of your mother. Ready? Готовы срубить голову своей матери? No. You are not qualified for bhakti. Вы не квалифицированы для бхакти. Chop off the head of your mother. Oldest son said, "How can I chop off the head of my mother? I cannot." Он приказал старшему сыну: "Сруби голову своей матери." И старший сын сказал: "Да как я могу это сделать?" I told you I shouldn't have told this story. Я же говорил вам, что не надо мне рассказывать эту историю, все сойдут с ума. Then he ordered the second son. И тогда он обратился ко второму сыну. Your mother is unchaste. Chop off her head. Твоя мать нецеломудрена. Сруби ей голову. I cannot. Я не могу. All brothers denied. Все братья отказались. How can I chop off the head of my mother? It's a great sin. Как я могу срубить голову своей матери? Это же великий грех. O Ram. O Ram. Chop off the head of your mother. Сруби голову своей матери. Парашурама immediately. Парашурама немедленно. And chopped off the head of his brothers also. И также он срубил голову своим братьям. Because they disobeyed their father. Потому что они пренебрегли наставлением своего отца. Good story, Katya. Хорошая история, Катя. Why not? Почему не хорошая? This is a great story. Прекрасно. Why they disobeyed the father? Почему они пренебрегли отцом? Disobeyed guru. Почему они пренебрегли Guru? Parashuram chopped off their head also. И также поэтому Парашурам срубил их голову. Without hesitation. Без всякого сомнения. Guru has ordered. Потому что его гуру приказал ему. No, father means like guru. А отец значит как гуру. Parashuram was, Jabadagni was very happy. Jabadagni был очень счастлив. What's Katya thinking? О чем Катя сейчас думает? What type of sectant is this? Что это за сектантство тут? Jabadagni very happy. Джавадагни был очень счастлив. О, Парашурам, you are my real son, real disciple. Он сказал: О, Парашурам, ты мой настоящий сын, настоящий ученик. What I ordered, you immediately fulfilled my desire.
То, что я тебе приказал, ты исполнил немедленно. I'm very happy. Я очень счастлив. Take two benedictions. Бери два благословения. So Parashram said, the first benediction I want, my mother and brothers should be alive again. Первое благословение я прошу, чтобы моя мать и мои братья снова стали живыми. Second benediction, they should not remember that I cut off their heads. И второе благословение, они не должны помнить о том, что это я срубил их голову. That would give a bit of tension in the relationship. Потому что это создаст некоторое напряжение в отношениях. By Javadagni's blessing, immediately all came to life again. И по благословению Джавадагни немедленно все они вернулись к жизни. And they could not remember. И они не могли вспомнить, что произошло. So anyway, so this is giving example. Это дает пример. What Guru says must do. То, что говорит гуру, необходимо сделать. Okay, Alfredo, ready? Хорошо, Альфред, вы готовы? Of course, guru should not be ordinary person. Конечно же, гуру не должен быть обычным человеком. Full of material desires, very selfish. Он не должен быть эгоистичным, полным материальных желаний. Javadagni was qualified personality. Javadagni был квалифицированным личностью. So Parashurama not hesitate to follow his. И поэтому Парашурама не сомневался в том, чтобы исполнить его наставление. So that nectarian pastime happened. Вот такая нектарная лила произошла. The appearance of Parashurama. Это день явления Парашурамы. Of course, chopping off the head of his mother was not his real glorious. No? Конечно же, то, что он срубил голову своей матери, не является главной его славой. Many other things he did. Он сделал множество других вещей. So. All these things yesterday, Akshaya Tritiya. Все это произошло вчера на Акшая Тритию. Okay, so everyone's wondering what happened to Bhima and his promises. Все, всем очень интересно, что произошло с Бхимой и его клятвами. I will drink the blood from the heart of Dushasana. То, что он пообещал, я выпью кровь из сердца Душасаны. And rip his arm from his body. И также я вырву его руку из его тела. Because he pulled the hair of my wife. Потому что он вытащил мою жену за волосы. So while the fighting was going on, и пока происходило это сражение, Bhima had also promised to kill 100 sons of Dhritarashtra. Также Бхима пообещал убить 100 сыновей Дхритарашты лично. So he was happy killing all of them. Он был очень рад убить их всех. But when he killed Юдсав, he was sad. Но когда он убивал Юдсаву, ему было очень. He prayed, I'm sorry, brother. I made a vow. И он сказал ему, извини, брат, я пообещал. So he killed him, but he was not happy to kill him. Он убил его, но он не был рад этому. But he made a vow. Vow must be followed. Но он дал клятву, и клятва должна была быть исполнена. So finally, he came to fight with Dushasana. И наконец-то дошла очередь до Душасаны. Bhima became so angry. Бхима очень разозлился. He remembered everything. Он вспомнил все. This whole war caused by him. Потому что вся эта война была развязана по причине его. He threw him on the ground. Он бросил его на землю. Ripped off his arm. И вырвал его руку. Then reached and pulled out his. No, so with his sword he cut open his chest. Сначала он разрезал его грудную клетку. Alfredo's face, this is great. У вас очень забавное лицо. Pulled open his chest. Он раскрыл его грудную клетку. Picked him up. Поднял его. And drinking. И высосал его кровь. Everyone was horrified. Everyone. Все были напуганы, в ужасе. Что это такое? He covered in blood. No. Он был покрыт кровью. Oh, this is the greatest drink I ever had. О, это самый прекрасный напиток, который я когда-либо пил. Better than mango lassi. Лучше, чем манго. Better than квас. Ласси из манго лучше, чем квас. I've had many, many types of drinks because he was a king. У меня было очень много разных. Я пробовал много разных напитков. But I never tasted anything sweeter than this. Но я не пробовал ничего слаще, чем это. He fulfilled his vow. Вот так он исполнил свою клятву. Afterwards, Gandhari. The mother of Dushasana said, "How you could do that to your own brother?" Затем Гандхари, эта мать Душасаны, сказала, как ты мог сотворить подобное со собственным братом? How you could drink blood like a rakshasa? Как ты мог пить кровь как ракшас? Then Bhim said, "I not drank, my lips were closed." И Бхим сказал, "Но я не пил эту кровь, у меня были сомкнуты губы." Of course, he is vegetarian; he cannot do that. Конечно же, он вегетарианец, он не мог этого сделать. Okay. Then the last was Duryodhan. И последним был Дурьотхан.
Duryodhan was very skillful in club fighting. Duryodhan был очень искусен в борьбе на булавах. It's also mentioned in the very beginning of the Srimad Bhagavatam. Также это лила упомянута в самом начале Шримад Бхагаватам. To give us the our goal is that to enter the pastimes of Krishna. Это наша цель войти в игры Кришны. So pastimes of Krishna given in the very beginning of the Bhagavatam. И поэтому лилы Кришны даны в самом начале Шримад Бхагаватам. So Bhima was strong, the strongest, but Duryodhan was more skillful. Bhima был самым сильным, но Дурьотхана был самым искусным, ловким. They were fighting for many hours. И они боролись между собой много часов. Could not kill each other. Но не могли убить друг друга. So then Arjuna asked, so Bhima could hear. Арджуна спросил так, чтобы Бхима мог услышать. О Кришна, how Bhima will kill this Duryodhan? О Кришна, как же Бхима убьет Дурьотхана? So Krishna went like this. И Кришна сделал вот так, показал так. He reminded Bhim, remember your promise. Он напомнил Бхиме, помнишь о своем обещании? Because he had shown his потому что он показал свое бедро его жене. Bhim became so angry. И Бхима вспомнил это и очень разозлился. Duryodhan jumped in the sky. Дурьотхана спрыгнул в небо. And Bhim. И Бхима раздробил его. Yes, here. Да, вот сюда он ему ударил. Серьезно. Smashed his thighs. Он раскрошил его бедро. And stomped on his head with his foot. И он поставил свою ногу на его. Am I cow? На его лицо. On his head? Yes. На его голову. Ну что, я корова спросила? This is illegal, right? Это неправильно. You cannot hit anyone beneath. Нельзя никого бить ниже пояса. Это like запрещенный boxing, прием, как в боксе. And you cannot step on anyone's head. No. Также нельзя наступать никому на голову. But Bhim did both. Но Бхима нарушил оба эти правила. Am I cow? Ну что, я корова? Cow now. Кто теперь корова у нас? So anyone, no one, everyone booed. Ooh, shame, позор. Все начали вот так вот кричать: стыд, позор. But no, Bhim not care. Но Бхиму было все равно. No, I made a vow. I have to. Нет, я пообещала, поэтому я исполняю клятву. That was the only place he could be killed was here. И на самом деле это было единственное место, по которому можно было ударить, чтобы убить Дурьотхану. You know the story, Шамалата? Шамалата, знаете эту историю? Banana leaf. Про лист банана. Huh? Why, of course. В общем, конечно. Huh? Because this is very famous story. Famous story, banana leaf. Yeah, история про банановый лист. Duryodhan's mother was named Gandhari. Мать Дурьотхана звали Гандари. She was very powerful. Она была очень могущественной. Very chaste lady. Она была очень целомудренной женщиной. When she was married to her husband, she saw her husband was blind, so she covered her eyes with cloth. Когда она выходила замуж за своего мужа и видела, что он слепой, она тоже покрыла свои глаза повязкой. Okay, Ladjita. Хорошо, Ладжита. No looking any other boy, right? Больше не смотри ни на каких других мужчин. Promise. Обещаешь? Otherwise, we poke out your eyes. Иначе мы тебе вот тут, иначе мы выколем тебе глаза. Okay. Now he's happy. А теперь он доволен. Chaste woman, so much power, so much power. Целомудренная женщина обладает большим, большой силой. More than man. Больше, чем мужчина. Just by chastity. Просто целомудрие. So, what we were saying. So she said to her son, "You come to me." И она сказала своему сыну. Night time. Приходи ко мне ночью. Completely naked. Ты должен быть абсолютно обнажен. And I will look at you. И я посмотрю на тебя. And all my austerities go on your body. И результат всех моих аскез войдет в твое тело. Then you cannot be killed. И тебя невозможно будет убить. So, in the middle of the night, Duryodhan was going to his mother's tent. И так вот посреди ночи Дурьотхана направлялся к своей матери в ее шатер. And he met Krishna. И он встретил Кришну. Even though they would fight in daytime, nighttime they would be friends. Несмотря на то, что днем они сражались, вечером они были друзьями. So, by arrangement of Krishna, he met Krishna. То есть так устроил Кришна, что он с ним встретился. Freestyle, he was freestyle. Он был свободно одет, значит, на нем ничего не было. Krishna was going, my God, man, what are you doing? Krishna увидел его и сказал, Господи, что ты делаешь?
Where are you going? The banya? Куда идешь, в баню, что ли? What are you doing? This is disgusting. Что ты делаешь? Это отвратительно. And Duryodhana, I'm going to see my mother. Я иду увидеться с матушкой. Ah, that is revolting, Krishna said. Это отвратительно, сказал. Cannot go naked before your mother. What is this? Ты можешь идти абсолютно голым к своей матери. Что это? So Krishna gave him a banana leaf. Тогда Кришна одолжил ему лист банана. Just cover yourself here. Хотя бы здесь себя прикрой. So he went with the banana leaf. И вот он так пошел с этим банановым листом к своей матери. Then mother looked. И когда мать на него посмотрела. His whole body became bulletproof, like immortal. Все его тело стало абсолютно таким пуленепробиваемым, как будто бы почти бессмертным. But because he was covered by banana leaf, he could not. This part would not become. Но так как эта часть была закрыта банановым листом, то она не стала такой. Banana zone was. Вот эта зона банановая не стала пуленепробиваемой. Это было единственное место, по которому можно было его. Anyways, that's why Krishna did like this. Вот поэтому Кришна напомнил Бхима. So after the war. И после войны. Гандхари came. Гандхари пришла. No, she's so angry. Она была так возмущена. Because all her 100 sons killed by Bhim. Потому что все ее сотня сыновей были убиты Бхимой. So she's so angry. Она была Yudhishthira knows she's so angry. Она была очень разъярённой, и Yudhishthira знал, что она очень злая. И она также была очень могущественной. So Yudhishthira hiding from her. Yudhishthira прятался от неё. He afraid of her power. Он боялся её силы. So she wanted to curse him. But she also can remember Yudhishthira so nice, so good also. Она хотела проклясть Yudhishthira, но также она помнила, что Yudhishthira был очень хороший. She could just see his toenails. И она увидела только его палец на ноге. So she looked at Yudhishthira's toenails. И она посмотрела на палец ноги Yudhishthira. Toenails became black. И он почернел. By her power. Вот благодаря ее силе. Then she cursed Krishna. И она прокляла Кришну. Right. Oh Krishna, you are the cause of all of this. Кришна, ты являешься причиной всего этого. I curse you. Я проклинаю тебя. In 36 years your whole dynasty will be destroyed. Через 36 лет вся твоя династия будет уничтожена. And you will also be finished. И ты тоже будешь уничтожен. Of course, no curse can hurt Krishna. Конечно, ни одно проклятие не может коснуться Кришны. No, but still he accept. Но он принял это. Because he also needs some excuse to. Finish his pastimes in this Потому что ему тоже нужен какой-то повод, чтобы закончить свои лилы на земле. So Krishna said, I am not to blame for this. А Кришна сказал, не меня нужно в этом винить. You are to blame. Это ты виноват. I told you many times. Я говорил тебе много раз. Vidura told you many times. И Видура говорил тебе много раз. Who else? Duryodhan, grandfather Bhishma. И также дед Бишма. Everyone told you many times, control your son. Все говорили тебе множество раз, контролируй своего сына. That is why you are blind. Вот поэтому ты слепа. You never saw the faults of your own son. Ты никогда не видела недостатков в своем сыне. You never controlled him, you never chastised. Ты никогда не ругала его и никогда не контролировала. The fault of this war is not my fault. The fault is yours. И поэтому причина этой войны это не я, это ты. And Gandhari accepted. И Гандхари приняла это. Okay, so. Anyway, many, many pastimes happened yesterday. Вчера произошло очень много игр. So very important day. Any questions? Очень важный день. Есть вопросы? Ишвари, any question? Ишвари, есть вопросы? Катя, happy by all these pastimes? Катя, понравились все эти игры? Of blood and death, huh? Про кровь и смерть. She's not going to say anything. Вы ничего не скажете? It's also part of pastimes. Это часть игр. Many demons in this world know what to do. Когда на земле демоны, то что делать? That is one of the reasons Krishna descends to this world. Это одна из причин, почему Кришна приходит в этот мир. To give mercy to the devotee. Для того, чтобы оказать милость преданным. To protect the devotee, the sadhu. Защитить их, защитить саду. And Vinisaya Chaduskritam. And to destroy the non-devotees. И для того, чтобы уничтожить непреданных. But in one sense, Krishna's destroying the demons also so much good for them also.
Но с другой стороны, то, что Кришна уничтожал демонов, для них это было очень хорошо. Whoever killed by Krishna. Потому что тот, кого убивает Кришна. Whoever sees Krishna at the time of death. Тот, кто видит Кришну перед своей смертью. Krishna also gives them liberation from birth and death. Кришна также дарует им освобождение от рождения и смерти. Okay, so yesterday was very important day. Итак, вчера был очень важный день. People give gifts of barley on this day. Barley, sesame. Также люди в этот день дарят gifts. Barley. Cook barley. Barley. Computer. Barley. B-A-R-L-E-Y. B-A-R-L-E-Y. They're giving to each other. Cooking, eating, giving to the deity. В общем, в этот день люди что-то друг другу дарят, съедобное, что они готовят, раздают друг другу. He's going to Bali Island, not Bali Island. Нет, не остров Бали. B-A-R-L-E-Y. Гречка, it's a type of гречка. Ну, это вид зерна. Быстро. А? Шамлата, quickly. Internet is here. Oh, okay. Dead. 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 Dead like your brain. Okay, don't some worry. Some kind of grains, right? Okay, what we will speak about tonight? Some pastimes in Vrindavan should give. О чем поговорим сегодня вечером? О каких-то играх во Вриндаване? Otherwise, Katya think, oh, Krishna consciousness only killing people. Иначе Катя будет думать, что сознание Кришны это только про то, как убивают людей и пьют кровь и прикрываются банановыми листьями. Krishna's pastimes so various. Игры Кришны очень разнообразны. All are transcendental. Они все трансцендентны. All are the purify who hear. Они все очищают тех, кто их слушает. А? Ячмень. Ячмень. Все дарят друг другу ячмень. Huh? No, Dahlia. Thomas. Bali. Okay, we'll find out later. Хорошо, мы найдем попозже. Go permanently. Вот это can I ask question? Okay. На русском и на английском. Вот, даже Махабхара, то кажется, что Юдхиштира его качество, оно просто несовершенно, и он не имеет никаких недостатков. Как он мог вообще пойти на эту игру? So my question is, when we read Mahabharata, it seems speak that Yudhishthira have like a perfect, perfect qualities and no faults. How he could accept to teach, to teach us. Для того, чтобы научить нас. Krishna's dynasty, the Yadus. Династия Кришны это Яду. No fault, perfect. У них они все совершенны, в них нет недостатков. Понимаете, Катя? Not all souls are in the material world, right? Они не так, как остальные души в этом материальном мире. Some souls always with Krishna. Некоторые души всегда с Кришной. Never forget him for a moment. Они никогда не забывают его ни на один момент. When Krishna comes to this world, they come with him. Когда Кришна приходит в этот мир, они приходят вместе с ним. They're the Vrishnis, right? No fault, no lust, no greed. Они Vrishni, у них нет никаких недостатков. У них духовные тела, у них нет ни жадности, ни вожделения. Like Krishna. Они как Кришна. But they teach us, no? Но они учат нас. If you take intoxication, you lose everything. Если ты принимаешь интоксикацию, то ты теряешь все. Gandhari had cursed Krishna and the Yadus to be dead in 36 years. Гандхари прокляла Кришну и всех Яду, что они умрут через 36 лет. So all Yadus went to a holy place. Все Яду собрались в святом месте. Began to drink. И начали пить. Became drunk. Опьянели. And what happens when people are drunk? А что происходит, когда люди пьяные? Ishan? Friends, your friend stabbed you, right? Friends stabbed you. Твои друзья били тебя? Yes, right. Sometimes they cut him. Best friend, right? Да, лучшие друзья. Why? Drunk. Почему? Потому что были пьяные. So they became drunk. И вот они опьянели. Started to fight. И начали драться. Killed each other, tried to kill Krishna Balaram. Они перебили друг друга и попытались убить Кришну и Баларама. They are perfect souls. Но они совершенные души. But they give some teaching to us. Don't take intoxication. Но они дают таким образом наставление нам. Не нужно принимать никаких
опьяняющих веществ. You lose your intelligence, you lose everything. Потому что вы тогда теряете свой разум. Afraid of drinking? No. Вы пьете? Even in your own wedding, you won't drink? А на своей свадьбе вы будете пить? No. Okay. Otherwise, you lose everything. Иначе вы все потеряете. Yes, I've seen the Russian wedding photos. Да, я видела фотографии с русских свадеб. Husband beats wife, wife beats husband. Муж бьет жену, жена бьет мужа. Father-in-law beats everyone. А зять, тесть бьет всех остальных. What? You don't believe? Вы что, не верите? This is disgusting. Yes. This is what happens if you take intoxicants. Это то, что происходит, когда принимаете опьяняющие вещества. They are teaching this, right? Это учение для нас. Like Yudhishthira, free from lust, greed, everything. Как Юдиштир, он был свободен от жадности и вожделения. But if he's teaching you gamble, you also lose everything. Но он наставляет нас таким образом. Если вы принимаете участие в азартных играх, вы теряете все. Yes. Okay. Who asked the question? Кто спросил? Oh, yes. Anything else? Еще что-то? Yudhishthira Maharaj forgive. But we want to drupal it was fashion apparat, yes. Как он простил этот поступок с Друпади, если была ночного аппарата? Это тоже как-то не было, да? How did he forgive the what happened with Draupadi if that was Vaishnava apparat? Vaishnav can forgive, right? Но Vaishnav может простить, так ведь? Draupadi not forgive. Draupadi не простил. After he was dead, she took that blood and washed her hair. Когда вот убили Душасану, она взяла его кровь и омыла свои волосы. 12 years she not wash her hair. 12 лет она не мыла волосы. Not like Shyamalata putting all these designs. Shyamalata себе прически делала. 12 years not. Нет, 12 лет она ничего не делала. Nothing. Никакого шампуня, ни масел, ничего. When Dushasana dead, then this blood she do. И когда Душасана умер, она покрыла свои волосы его кровью. So we should take our vows very seriously, right? То есть она свои клятвы держала очень. Right, Lajita? Да, Lajita. Diksha, marriage. Diksha, замужество. Нужно все это принимать серьезно. Мы должны обещать и следовать этому. Anything else? Еще что-то? Yes, товарищ. Освобождение, которое демоны получают, когда их Кришна убивает, это какого типа освобождения? What type of liberation do get demons when they got when Krishna kills them. Some good destination. Just какое-то хорошее предназначение. Sayuja Mukti, something like that. Как типа Sayuja Mukti, что-то. Depends on the individual. Это зависит в отдельности от каждого из них. Some heavenly planets. Может быть, какие-то райские планеты они управляют. Depends on the individual. То есть зависит от каждого конкретного. Some good destination he always gives. Но он всегда дает что-то хорошее. No one comes away from Krishna without something good. Никто не уходит от Кришны без чего-то хорошего в руках. Yes, Mr. Bhavish. Еще говорят, что есть два вида Саиджи Мукти, когда сливаются с Брахмаджоти и когда сливаются с телом Кришны. Но ни одного примера с его душой, что она слилась с телом Кришны, ни в истории, ни где, ни Махараджи не говорят. И как это с точки зрения Кришны, это же бессердечное отношение к душам, потому что как бы, она полностью, получается, теряет свою индивидуальность. There are two types of Sayuja Mukti. First is когда сливаются Brahmajyoti. Ishvara Sayuja and Brahma Sayuja. Yes. Brahma. And the second is Ishvara Sayuja when they merge with Krishna's body. And there is no even one example where когда индивидуальные души сливаются с Кришной. There is no even one example when individual soul is merged with Krishna's body. Can be also. Но это может быть и тоже таким. You cannot say no. Мы не можем сказать, что этого не было ни разу. Those who follow Patanjali yoga. Например, те, кто следует йоге Патанджали. They are most unfortunate. Они самые неудачливые. They accept the personal form of Ishvara. Они принимают личностную форму Ишвары. Still they want to merge with him. Но они все равно хотят с ним слиться. So they are examples. Это и есть пример. But they not understand it. No, they will not understand what. They don't understand it. What? They not understand it. What? They understand. Нет, они понимают. Therefore, they are the most unfortunate. Поэтому они самые неудачливые. This is desire for who. They want no. They conscious that they are. Of course. То есть они сознают, что это с ними произойдет. That's why unfortunate. Вот поэтому они неудачливые. None of the demons killed by Krishna want to become Krishna.
Никто из демонов, который хотел убить Кришну, не хотел стать Кришной. Could they hate Krishna? Why would they want to become Krishna? Потому что они ненавидели Кришну. Зачем им хотеть становиться Кришной? Only one demon wanted to become like Krishna. Только один демон хотел стать как Кришна. Pondrak. Pondrak. But his pastime is another thing. Но его и лила это отдельная история. Demons mostly merge with the Brahmajyoti. Большинство демонов сливались в Брахмаджоти. But some may desire to merge in the personal body of Krishna. Но некоторые имели желание слиться с безличностным аспектом Кришны. Who merge in the Brahmajyoti can come back again. Те, кто сливаются с Брахмаджоти, могут вернуться оттуда. Some mercy. По какой-то милости. But those merging in the body of Krishna cannot. Но те, кто сливаются с телом Кришны, не могут вернуться. So it's considered very dangerous. И поэтому это считается самым опасным. Гуру Махарадж gave example. Гуру Махарадж давал пример. Гор Говинда Махарадж давал пример. Like a seed. Как семечко. You fry a seed, it cannot sprout again. Если вы прожарите семя, то оно уже не сможет прорасти. So the soul that merges in Krishna. И поэтому, когда душа сливается с телом Кришны. Soul still exists. Душа все еще остается, она есть. But that personality fried. Но вот личность в ней, она уже зажарена. Cannot manifest. Она не может проявиться. So very dangerous. Очень опасное положение. Therefore, Mukti like a tiger. Поэтому мукти называют тигрицей. When you see a tiger, how much you fear? Когда вы видите тигрицу, как сильно вы боитесь? That much should fear liberation. Вот точно так же нужно бояться освобождения. Afterwards, we will hear. No. После мы послушаем. Sarvabhaum Bhattacharya. О Сарвабхауме Бхаттачарье. He composed a verse. Он составил стих. From the Bhagavata. Из Бхагавата. But last line he changed. Но он изменил там последнюю строку. The jivati mukti padasadayavak. No. The verse, one who tolerates the sufferings of this world. Тот, кто терпит страдания этого мира. No. Understanding this is the result of my past actions. Понимая, что это все результаты моих прошлых действий. But with body, mind and words serves to Govinda. И тот, кто своим умом, телом и речью служит Говинде. He is eligible for liberation. Ему нельзя, как бы... Наоборот, он может. Он может достичь освобождения. But Sarvabhaum changed the last line. Но Сарвабхаума изменил последнюю строчку. Jivati mukti padasadayabhak? No. Jivati bhakti padasadayabhak. He became eligible for devotion. Вот такая личность недостойна освобождения. Then Mahaprabhu became astonished. Может привести бхакти? Да. First was unalienable. Govinda Mani Purushantana. First was unalienable. He becomes eligible for liberation. And first verse. Eligible for liberation. And then eligible for bhakti. То есть первое недостойный бхакти, а второе достойный освобождения. He was wrong. Tell him even when he's right, he's still wrong. Написал сначала, что такая джива достойна освобождения, а потом изменил на достойно бхакти. No. Even when he's right, he's still wrong. Tell him. Даже если ты был прав, ты все равно не прав. That is the rule. So, anyway. So, everyone became astonished. What is this? Все были удивлены. Что это такое? Whole life he's shouting mukti, mukti, liberation, liberation. Всю жизнь он кричал мукти, мукти, освобождение, освобождение. And now he cannot even bear to say the word liberation. А теперь он не говорит даже слово освобождение. So much he became devotee. Настолько он стал преданным. So Mahaprabhu laughed. No, you cannot change the Bhagavata. Нет, нельзя менять Бхагавату. Mukti pada means what? Мукти пада means что означает? All liberation is under the feet of Krishna. Все освобождение находится у стоп Кришны. Муктипад means Krishna. Муктипад означает Кришна. So who does devotion, all liberation running behind them. Тот, кто совершает преданность, все освобождение бежит за такой личностью. So Chaitanya Mahaprabhu gave the real meaning of Муктипад. Chaitanya Mahaprabhu дал истинное значение слова Муктипад. Then Sarvabhaum Bhattacharya astonished. И Сарвабхаума Бхаттачарья был изумлен. Go Premanandi. Why he doesn't wear a dhoti? Почему вы не носите дхоти? One time. Хотя бы раз. In Raivka. Why? Because no one sees you. А что в Раивке? Потому что никто вас не увидит. No, but now it is not practical. Why not practical? Почему не практично? Devotional dress always practical. Одежда преданных всегда очень практична. Your guru was a brahmachari. I never saw him wearing pants and shirt. Pants and
когда ваш гуру был брахмачари, я никогда не видел, чтобы он носил штаны и шорты. Старайтесь следовать своему гуру. It may be a bit uncomfortable to follow your guru. Может быть, немножко сложно следовать своему гуру. Maybe that's why you have problems. Может быть, поэтому у вас проблемы. Go, Premanandi. Okay, go.